Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня расскажу и покажу, как, например, вам сделать свои личные, какие, как вам понравится, какие картинки вам сделать. Ну и, ну, я имею в виду оформить свой рабочий стол красиво-красиво. Например, как вот эти ярлычок, например, можно сделать, как бы ярлычки я сделал. Вы можете сделать как бы вот это все по-своему. Обязательно скачайте вот эту программу, она прототипная или портотипная, как там. Вот, она прям старенькая, такая маленькая, прикольная. Вот. Потом, что вам надо еще? Ну и картинку специальной PNG, и чтобы перевести на ИКО. Вы можете где хотите скачать, как хотите скачать и что хоть. Ну, короче, все это все в ваших силах, ваша фантазия и ваших интересах. Можете хоть, ну, как бы свою фотографию слепить там или еще что-нибудь такое. Вот, можно перевести, ну, я не знаю, давайте вот, можно в принципе перевести на тот, на ту, которую вы хотели. Так, сейчас мы посмотрим, как там еще лучше сделать. Можете свои же фотографии перевести и поставить же туда. Или просто-напросто скачать вам, взять Яндекс и скачать в PNG. Даже вот у меня уже как бы осталось, я делал. Вот иконки написать, PNG иконки, или просто иконки скачать. Тут их целая куча, валом, что вы хотите, как хотите, что вы сделаете. Закрываем и выбираем, что нам надо, например, да. Не сейчас, нам это не надо. Сейчас я что-нибудь придумаю. О! Мне как раз музыку надо делать. Связь слабенькая. Картинки красивые. Вот. Сохраним изображение. Делаем так. Так, делаем. Окей, сохраняем. Так, потом что нам надо? Сейчас мы найдем. Так, что там у нас для видео есть что-нибудь? Будет прям реально симпотно и красиво. Так, ну это у нас в Windows есть все. Ну и возьмем вот эти, сохранить изображение. Нет, не надо мне вот это, мне надо PNG. Так, 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 так. Сейчас мы найдем. Ну, здесь, сами понимаете, это вкус, цвет должен быть на ваш. Все на ваше должно быть. Да, у каждого свои есть свои тараканы в голове. Так, ладно. Ну, это я уже сам себе потом что-нибудь забухаю. Так, закрываем. Закрываем. Делаем вот сюда PNG. Она переводится в ИКО. Берете.
Закрываете. Так, теперь что нам сделать надо? Это у вас будет художество. Так, открываем. Вот. Фотобазу, например, да? Переименовать. Так, нет, свойства. Настройки. Выбрать. Обязательно выбрать файл нужен. Просто-напросто выбрать файл. Рабочий стол. Иконка. Вот он, значок, как он. Здесь пишем сменить значок. То же самое. Окей. Применяем. Применяем. И этот же значок вам придется же тут же фотобазу ее туда и воткнуть. Чтобы она была прям там. Ну, в принципе-то, как бы и все. Ну и смотрите, можно портативно и то же самое делать, одно и то же. Сейчас вам покажу. Так, что там у нас? VirtualBox. Сейчас посмотрю, есть у нас, нет. Нет. Сейчас мы будем покажем дальше. Так, здесь тоже нету. Так, поехали. Ланчер, нету ланчера. В принципе, вы можете здесь поискать. Здесь нету иконок. Вот она, икон Mine. Так. Свойства. То же самое, настройки. Выбрать файл. Дата. Пионер. Вот она. Он все прям сама вам покажет. И сменяем значок. Берем то же самое. Ико. Открываем, окей, применяем, окей. И вот это вот все, что у вас будет, например, да, тоже вот можете так же сделать. Она у вас то же самое, если перенесете на флешку, вы даже терять это не будете уже. И как бы она будет у вас то же самое, что здесь, так же, как и на флешке. И вы никогда ее терять уже не будете. Уже будете видеть, что... И сменить значок. То же самое. В принципе, все. Ничего сложного здесь нету. Также вот в портативках таких можно это... Мыльцы, которые делают портативные, они как бы здесь все есть. Некоторые самопроизводители делают то же самое иконки. Ну, в принципе, как там она остается, так она и есть. В принципе, все. Как бы как-то так примерно. И здесь в системе ярлыки то же самое. Если оставили, пусть в ярлыки бросайте вот эту иконку. Она или куда-то, например, в С куда-нибудь закинуть, ну не знаю, ну пусть она там будет в этой системе. В принципе, как-то так. Всем пока, до свидания.